Два года назад Данила стал поисковиком. Он влился в ряды бирского отряда «Кондор», который разыскивает останки солдат под городом Белый, что находится в Тверской области. В дни своей вахты ученик третьей школы нашел много предметов военного времени. Каски, патроны, гильзы. Часть найденного материала он передал в музей родной школы. Первый, к